Сегодня в Москве простились с Михаилом Державиным. Гражданская панихида прошла в Театре Сатиры. Церемония завершилась аплодисментами. Собравшиеся устроили выдающемуся актеру последнюю овацию. Народный артист России ушел из жизни на 82-м году, 10 января, после продолжительной болезни. Михаил Державин покорил миллионы сердец чувством юмора, обаянием, талантом. Главное место в творчестве он всегда отводил театру, а в кино даже эпизодические роли сделали Державина народным кумиром. Особенно запоминающейся стала игра в лентах «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами».